История жизни этого авторитета, возможно, не заполнена крутыми поворотами судьбы, однако он оказал довольно сильное влияние на криминальную жизнь одного из российских регионов, за которым смотрел. Родился Николай в 1957 в Кутаиси. С самого раннего возраста его привлекала криминальная деятельность, и в 1976 он был удостоен высшего воровского звания. На тот момент молодому авторитету было всего-то 19 лет. А еще через 2 года, в 78-м, Николай сел на 2 года за кражу. Судя по всему, он совершил побег из-под стражи, потому что в 82-м его поймали и осудили на 1 год по соответствующей статье. В 84-м Сахадзе вновь вернулся в тюрьму, осужденный за бродяжничество. На этом его тюремный вояж не окончился, и в 88-м его вновь посадили на 1,5 года за нарушение требований административного надзора. Николай, как истинный законник, после своего освобождения не ходил отмечаться в участок по месту жительства. И, наконец, в 92-м его вновь приговорили к 2 годам за хранение наркотиков. К этому времени мир за пределами тюрьмы очень сильно изменился. Если раньше законники садились в тюрьму намеренно, чтобы там наводить свои порядки, то теперь их присмотра требовали многочисленные банды рэкетёров. Они стали частью новой экономической системы, и Сахадзе стал исключением. Авторитет отличался от многих своих коллег прилежным соблюдением всех воровских традиций. Со своих краж он обязательно выделял часть средств на общак, разрешал конфликтные ситуации как между авторитетами, так и между обычными гражданами. В конце 94-го Сахадзе переехал в Ярославскую область. Его позвал к себе на подмогу местный смотрящий Юрий Почуашвили, Почурин. В области появилось несколько молодых и дерзких группировок. Бандиты не считались авторитетом воров в законе, не признавали их власть и могли запросто расстрелять законника. Но не успел Коки осмотреться на новом месте, как Почуну убили, и ему пришлось срочно перехватывать бразды правления на себя. К тому же воровское сообщество постановило ему занять освободившийся пост смотрящего по области. Сахадзе успешно управляет криминальным сообществом области уже больше 2 десятков лет. Его несколько раз задерживали силовики в 2000 и в 2010 с наркотиками. Во второй раз его даже приговорили к 3 годам. Спокойно отбыв срок, он вернулся в Ярославль и продолжил свою деятельность.